Всем огромный привет! Сегодняшнее видео посвящаю посадке клубники. Клубники на моем участке достаточно много, но каждый год я себя успокаиваю и говорю, что я больше садить не буду землянику и клубнику, так как очень мало места остается. Но как только у меня наступает сезон покупок каких-то цветов или ягод и тому подобное, то рука сразу же тянется. И я также в этом году не смогла устоять и купила 2 пакетика клубники. В прошлом году у меня также было 2 пакетика. Это было медовое лето и красная шапочка земляника. С земляникой мы даже полакомились всю осень до самых заморозков. А вот клубнику медовое лето мы так и не увидели, но надеюсь, что в этом году я уже смогу увидеть, что это за ягодка, и попробовать. В этом же году я буду высаживать лакомку и королеву Елизавету вторую. Все эти сорта ремонтантные. Почему решила купить в этом году именно этих сортов ремонтантные, так как у меня на участке вообще их нет. У меня в основном среднеспелые и раннеспелые сорта. И вот, ну, кроме земляники, земляника у меня прям до самой поздней осени. Это, конечно, совсем другое. А вот ремонтантные у меня нет. И все-таки я решила посадить ремонтантные сорта. Сейчас буквально на минуточку прервемся, вернее, отойдем немножко от темы. Я хочу поделиться просто своей радостью. Я 2 недели назад выставляла видео, что я сеяла семена свои гехер, и хочу просто поделиться своей радостью, как они у меня зашли. Они буквально начали сходить на 4-5 день, когда я покупала семена где-то от каких-то производителей, они буквально через 1,5-2 недели всходили. Здесь же они начали сходить на 5-й день. Результат меня вообще порадовал. И, в общем, я хочу просто поделиться этой радостью. А потом уже продолжим наше видео о посадке клубники. Вот такие вот они уже большие. Появились уже 2-е листочки. Свету, конечно, не хватает, они у меня сидят под лампой, но все же вытягиваются. Но я думаю, что все будет хорошо. Сейчас, конечно, не видно, сколько здесь сортов получилось. Брала, конечно, я 4 сеянцев семена, но посмотрим, что в дальнейшем у меня получится. А сейчас продолжу свое видео про клубничку. Радостью своей поделилась. Сейчас нужно будет высадить мне мою клубничку. Я заранее приготовила вот такие контейнеры. Очень мне нравятся вот эти высокие контейнеры, вот с такими крышечками. Здесь у меня грунт универсальный, покупной. Можно было, конечно, приготовить землю свою, но сколько бы я ни пыталась, рассада у меня все равно какая-то нехорошая, либо погибает со временем. В общем, мне удобнее купить в магазине, пролить ее фитоспорином или прокалить в бане на плите, либо в микроволновке. И сверху я посыпаю песком. Песок я посыпаю, потому что мне очень нравится от появления зеленого мха. Вот вся моя технология. И также я пользуюсь и снегом, и без снега, и результат у меня одинаковый. Снег, я думаю, что здесь более того, кто плохо видит, наверное, это очень хорошо, либо не доверяет то, что получается равномерно или нет. Можно просто по белому снегу равномерно все рассыпать. Я же пользовалась и так, и получалось то же самое очень хорошо. Я же буду садить в этом году без снега. В прошлом году высаживала снегом, результат точно такой же. Вот в этом году, вот, ну, не хочу я высаживать со снегом, ну, не хочу и не хочу. Высаживать буду вот просто по поверхности с пульверизатором, но опять же у меня будут вот такие вот марлевые повязки на моих баночках. Очень уж они мне поглянулись. Даже в этом году я проэкспериментировала на гейхерах, я их вообще не закрывала. Просто вот крышечка у меня поверх марлечки выкладывалась вот так вот, и все.
Результат я вам сейчас показывала. И то же самое сделаю с земляничкой. То же самое будет у меня марлечка, резиночка и крышечка поперек. А сейчас буду высаживать свои семена клубники. Начну я с королевы Елизаветы. Выкладываю полностью все семена на ладошку. Семян достаточно много. И буду выкладывать, просто разбрасывая по своему контейнеру. Как получится, так и получится. Я думаю, что даже если они зайдут не все, это тоже будет результат. Сейчас эту коробочку отодвигаю, и чтобы не перепутать, рядышком кладу этикеточку от нее. И сейчас то же самое проделываю со вторыми. Также выкладываю на ладошку. Количество семян практически одинаково. Также раскидываю по поверхности. Семена достаточно крупные. Хорошенькие. Получились вот так вот красиво, розово. Сейчас все это смочим пульверизатором. Нужно будет подписать, чтобы не перепутать мне, какие где ягодки в дальнейшем, чтобы потом уже начать пикировку и снова подписывать. Но сейчас мы занимаемся посадкой клубники. Я смочила все пульверизатором, водичкой. Всю поверхность достаточно влажно, чтобы было. И сейчас беру марлевые вот такие вот кусочки. Также их накрываю. Беру вот такую вот хозяйственную резинку и аккуратно натягиваю марлю на поверхности моего контейнера. Отправляю под фитолампу, потому что сейчас света солнечного очень мало. Если они начнут сходить, то будут вытягиваться и падать. Оставлять буду вот так вот. Очень понравилось. Результат потрясающий. Нужно будет сейчас приклеить, какая где клубничка. На эту то же самое делаю. Одеваю поверх марлевую кусочек. Также одеваю резинку хозяйственную. Натягиваю. Также поперек кладу крышечку и отправляю под фитолампу. На этом я завершаю свое видео. Желаю всем отличного настроения, хорошего, позитивного дня, отличных сходов. Всем пока-пока!